получить преимущество для мяча. Да, я думаю, что могли и быстрее прийти до этого преимущества, просто не реализовали свои моменты. Но, в общем, я думаю, можем быть довольны этим результатом. Важно, что 3 очка в таблице прибавилось. А все это получалось из того, что тренеры как бы предполагали? Ну, скажем так, многое получалось, но я думаю, что до идеала еще далековато. А от Крыльев чего-то ожидали? Может быть, что они показали или не показали того, что ожидали? Более-менее соперник ничем не удивил, и вся острота исходила от тех людей, от которых должна была, это Яковлев и Глеб. И я думаю, что нам в большей степени удалось нейтрализовать их. Вот вы, кстати, в центральной зоне с Глебом, так сказать, соперничали, чувствовалось, что человек выделяется на общем фоне у крыльца? Чувствовалось. Действительно, видно, что человек поиграл на хорошем уровне, это просто так не пропадает. Ну, с ним было просто? Просто не может быть с такими футболистами. Всегда, с такими футболистами всегда тяжело, но сегодня, скажем так, многое получалось. Как погодные условия, как поле при такой погоде? Я думаю, что сегодня были для этого времени года и для этой даты на календаре условия почти идеальные. И поле у вас тоже? Наверное. Поле было в хорошем состоянии. А по качеству игры футбол в весеннем или уже не весеннем? Не знаю, со стороны виднее, наверное. Хорошо играли. Спасибо. Спасибо.